В нашем автомате для стрельбы необходимо 2, 3, 4, 5, 5 деталей и магазин, необходимый для стрельбы. Всего 5 деталей, и эта машина превращается в смертоносную машину смерти. Да, действительно, дальше я дополняю дульный тормоз-компенсатор, пенал, шомпол. Это еще 3 детали. Всего деталей 8 получается, не считая магазина, с магазином 9. Для работы автомата нужно всего 5 деталей. Собираю я точно так же в обратном порядке. Собираю затворную раму. Рану вставил. Сначала мы вынимали газоотвод, значит, мы вставляем газоотвод первым. После чего собранную затворную раму. Следом догоняю пружину. И одеваю крышку ствольной коробки. После того, как мы собрали наш автомат изнутри, он у нас оказывается взведен. Следовательно, я должен сделать контрольный спуск и поставить его на предохранитель. После чего я могу вставлять шомпол, накручивать дульный тормоз-компенсатор обратно. Кстати, как интересный факт, при спортивной сборке-разборке автомата, то есть это сборка-разборка на время, дульный тормоз-компенсатор не откручивается и иногда не достается пенал. Достаю, пенал на место. И после этого я соединяю магазин. Все, автомат готов к работе.